Мчит декабрь перед глазами. Соответственно, все заготавливают подарки к Новому году. Ой, у меня кое-что просыпалось уже. Ну, и я не исключение. Неоднократно за этот месяц заглядывала в магазин подружку. Нужны были кое-какие хозяйственные мелочи. И специально фокусировала взгляд на корзинах в поисках, чего бы еще добить в подарки или взять в запасы. Ну и, соответственно, смотрела на всякие акции и предложения. Из всего, что магазин нам, не знаю, как это даже сказать, предлагал, втюхивал, впаривал, мне понравилась акция S-Folio. Я приобрела себе два продуктика. Эта маска у меня была, ее можно было видеть в пустых банках, редко появляющихся у меня на канале, но все-таки сейчас новая партия копится. Масочка ночная, как такой крем-трансформер, нечто очень густое-густое, наносишь на лицо, прям водичка. Но водичка, дающая прям и окклюзию, такой закрывающий слой на лице, и ощущение такой обалденной увлажненности, напитанности. Круто было летом, круто было в начале осени. Поэтому я решила повторить. Пептидная сыворотка с гексапептидом 8. Почитайте про эту штуку в интернете. Вроде бы действительно от нее есть эффект. Тут даже состав длинный, интересный, можно прям сидеть изучать. Ну, ниацинамид рядышком уже хорошо. Исследования на группе ничем особо никогда кожу не пичкавшие показали, что ниацинамид, правда, там глубину морщин сокращает, там эластичность повышает, плотность коллагеновых переплетений и так далее. Надеюсь, мне сыворотка понравится. Из этой серии не стала брать крем, потому как в составе увидела пчелиный воск, сквален и такие штуки, которые очень подойдут более возрастным дамам и дамам с более сухой кожей в юном возрасте. Мне хоть уже за 35, но поры склонны к образованию комедонов. Мне вот подарили фотосессию, надо собираться одеваться, а бух, кожа взяла и решила выдать пару мелких прыщиков. Это закон подлости, от него никуда не денешься. Вот, собственно, это то, что было куплено по полной цене 15 числа до 12 дня. Поскольку у меня там скидка никакая не копилась, я получила 20% только скидки. В подарок мне дали вот такую штуку для подогревания чашки. Причем цвет оставался только один розовый. Очень сердитая, неприветливая девушка-кассир. А правило нашего магазина – один подарок в одни руки. Даже если вы будете разбивать на два чека, все равно один подарок в одни руки. Да, второй подарок вам не дадим. Ой. В этом магазине всегда там что-нибудь такое. Не она, так другая. Сморозят. Ну их. Мне одной этой штуки хватит. Ладно, значит, никому не подарю, ни с кем не поделюсь. Вот. Глупость я сделала, взяв только две упаковки вот таких бритв по 50 рублей. Вторая упаковка валяется в ванной, всех кадр не стала тащить. Потому что пришла умная мысль, что а что я не взяла больше, там их много выгрузили в корзину тогда. А, естественно, на следующий день уже там шиш с маслом был, а не бритвы тебе по 50 рублей. Так что вот только две пачки. Резиночки я забрала вот из того, вот, понравившихся мне расцветок, а то что-то все меньше и меньше чего-то интересного в корзинах. Не равен час их вообще ликвидируют, потому что там уже все вот по 99, там уже по 100, 150, 250 в корзинах. То есть как-то все как-то вот не дешевеет, как обычно. Поэтому я решила, ладно, резинки я постоянно то рву, то теряю. Сейчас вот камеру фиксировала с помощью резинки. Штука нужная в хозяйстве. Что мне понравилось, это наличие желтых ценников у Essence. По 99 рублей я взяла вот такой карандашик гелевый, Long Lasting, цвет Berries. Там еще ценники обещали, что должно было быть несколько вариантов по 99 рублей. Но их, видимо, купили до меня. Не буду сейчас вскрывать, потому что, может быть... Хотя нет, он открытый, там никто не пользовался. Сводчить мы его не будем, потому что, может быть, он не для глаз, а для губ и не мне пойдет.
Себе в запас я взяла беленький эссенс. У меня сейчас к такому часто тянется рука. Серебристый эссенс. Это уже по полной цене. Скидка 20% решила купить. Потому что ходовые цвета. Белый сейчас все-таки многие фирмы производят. И глянула в свой стаканчик с карандашами. В общем, белого-то у меня хватает. Может быть, я его кому-то подарю. А серебристый такой мне очень нравится. Он не такой яркий, как у Avon Mark, и у Avon Mark все-таки надо точить, а этот точить не надо, и то, что он не яркий, на каждый день мне как раз лучше. Ну и вот такой вот карандашик сейчас у меня в использовании, поломавшийся Colourpop, как я его оттуда буду выскребать, и опять-таки Vivienne Sabo, который либо точить, либо проталкивать, а у меня и с тем процессом не всегда все гладко. Вот, так что карандашами я к Новому году запаслась. А что мы не увидим? Мы не увидим три лака Pink Up нашего любимого, но мы их увидим в другом видео. В районе старого Нового года, чтобы новогодняя сказка так сразу в январе не обрывалась, я проведу розыгрыш. И у меня там будет выбор трех победителей. И вот в три подарка трем разным победителям я по лаку добросила. Они там, так что подписывайтесь, ставьте напоминание себе проверять, что у меня вышло на канале в районе старого Нового года. А обязательно будет что посмотреть, в чем посоучаствовать. Я думала, у меня в запасах нет геля для бровей, но тут, когда я все-таки подарки разбирала и своим родственникам, друзьям, и вот то, что на канале будет разыгрываться, отбирала, я обнаружила, что в запасах у меня гель для бровей есть. Но раз у меня там лежит уже хайлайтер пудра LN и 99 рублей вот такая Sculpting Color Mascara Brow Styler при этом. Вот я прям такая вся заинтригованная. InProfessional.com изготовлена в 19-м. Годно аж до 23-го я прям вот взяла. Это я себе оставлю. В подарок моим родственникам поедет Ламель, годная до 24 года тушь. Так, сейчас. Туда же поедет Ламель помада. У нее тоже до 24 года срок годности. Так, я потеряла чек, как обычно. Это у меня постоянно. Так, вот, лежите. Но, поверьте, это все было в корзинах. Еще из корзин, вот когда вы подходите и видите, что там ничего приличного не осталось, знаете, это кто-то успел за минуту до вас и вынес то, что ему приглянулось из расчета, что не себе, так людям. О! Lip Gel Liner от LN Professional. Меня жизнь научила, что вот эти гелевые лайнеры, карандаши, они все практически с одного завода. У них даже вот технические выбоинки совпадают. Вот этот цвет очень красивый. Я его прям три штуки взяла. Вот мы это посвочим, вот это посвочим. И вот такой нюд посвочим, потому что эти три мои, а вот эти рассосутся на подарки. Давайте открываем. Так, я на паузу поставлю. Опа. Да, вот видите, узнаете кончик всех приличных карандашей гелевых? Да, по ощущениям от Эйвона и кучи других подобных, он мало чем отличается. Даже, по-моему, он мягче по ощущениям вот того Эйвон розовенького, какой у меня есть. Вот, знаете, я, конечно, не каждый день пользуюсь, но как-то этот легче рисовал. Так. Я всегда мучаюсь с этими упаковками. Сейчас надо аккуратно закрыть. Так, за кадром. Тон 03. Потому что если подружка что-то скинула в корзины, это не значит, что это больше нигде нельзя купить, снято с производства или еще как-то. Нет, это какие-то причуды самой подружки, их представлений о добре и зле. Поэтому там, где LN Cosmetics продается, там до какого... Так, изготовлено в 18-м году, годно до 22-го. Но у вас когда-нибудь умер карандашик вот такой? Там были вскрытые, которыми все, по-моему, уже рисовали. Вот, я поэтому чуть-чуть имею представление, какой цвет купила. Вот разница от карандашей. У меня есть и Maybelline, и L'Oreal, и Avon, и Linda Halberg подобного толка. Вот разница в том, что здесь
непонятно, как открывать, где запайка, поэтому я опять на паузу ставлю. Опять, черти, как снялось, буду за кадром мучиться без вас. Красивый, настоящий такой коралловый красный. Такие нежные карандаши, что, в общем, их не только под помаду можно, но и вместо помады можно. Реально очень приятно скользят по коже. Сим-сим, закройся. Так, тут тоже без пайки. Это цвет 0,5. Это 0,3. Ой, точнее, нет. Это 0,2. Это 0,5. Вот это 0,3. Ну, я пошла снова мучиться с открыванием. О, опыт сына ошибок трудных. Этот карандаш разделся. Эй, ну, фокусируйся. Не хочет. Она не понимает камеры, что я хочу карандаш четко показать. Вот он. Выглядит так же стильненько, как все остальное. А? Неженятина. Неженятина, красотятина. Вот, видите? Долго не фиксируется, можно будет тушевать. Вот. Первый нарисованный тру-тру не стирается. А эти можно размазать прям как тинт. Линда Халбер, кстати, которую я вспомнила, это очень такая креативная шведская визажистка. Она свои супер-ультра-крими гель-лайнеры для губ позиционирует как вообще чудо-средство, палочку-выручалочку. Вот такого плана у нее там есть карандаш. И что она там с ним делает? Она вот так густо его... Сейчас, стойте. Так, я прибежала с еще влажным после макияжа спонжем и даже не мытым, так что у нас все правильно, будет точно так же. Ее карандаш, для справки, стоит там что-то больше $10 штукенция. Тынь-тынь-тынь. И да-да-да-да-да, видите эффект тинта получается? Да-да-да, она вот так вот с руки его набирает. И, пожалуйста, у нее карандаши... Она говорит, что не волнуйтесь, что так дорого, но вы покупаете сразу и карандаш для губ, и карандаш для век, и румяна, и помаду, все в одном. И с помощью одного карандаша она делает прям мономакияж. Вот этот цвет, кстати, насколько он универсальный. Оцените, какую классную вещь я купила. Значит, можно растушевать по векам. Можно вот так разнести спонжем, как бронзер. Какие замечательные тинтующие румяна я купила. И какой охренительно вот этот нежнячий цвет я купила. Вот, поэтому я крайне довольна этим заходом. И вот этот наш новый бренд LN Professional, стоящий весьма недорого, я считаю достойным внимания YouTube. И то, что пошли на него обзоры, это круто. Пудру я только пальцами тыкала, когда покупала, валялись тестеры, хотя тоже из корзин достала. Очень была на щуп достойная. И карандаши, вот с эффектом дорогого карандаша, стоящего дохренилиард денег, я считаю, это круто. Декабрь очень удачный. Есть у меня скретч-карта. И купила я так, что у меня в январе будет большая скидочка. Я не планировала огромные ревизии своих запасов проводить в конце года или в начале следующего. Но так звезды сошлись, что придется делать. Придется перебрать все запасы и подумать, на что, как потратить скидку с умом, чтобы не было мучительно больно, чтобы это было полезно для финансового состояния в наступающем году. Всем спасибо, что остаетесь со мной. Всем шикарного конца декабря. Всем приятных покупок. Всем крутых лайфхаков. Пока-пока.